Давайте начинать. Значит, в прошлый раз мы рассматривали эллиптическую кривую, заданную как двулистное накрытие. Над P1 с координатой t, таким стандартным уровнением. Значит, мы видели, что когда абсолютное значение лямбда больше единицы, да, мы все время предполагаем, что характеристика котильда поля вычистов не равна 2. Значит, если она равна 2, то это будет как бы более сложное. Немножко обсудили на семинаре. Вчера, на лекции мы рассматриваем только простой случай, когда это не 2. Значит, один случай, когда абсолютное значение лямбда больше единицы, мы рассмотрели в прошлый раз, как бы это кривая тета. Мы видели, что это планический тип, это кольцо. А сейчас я хочу рассмотреть второй случай, так быстро, когда абсолютное значение лямбда и абсолютное значение лямбда минус 1 равны единице. Без ограничения общности, с точностью до вращения плоскости, этот случай эквивалентен тому, что граф, который соединяет 4 точки ветвления, в нашем случае 0, 1, лямбда, бесконечность, выглядит таким образом. Они все сходятся, как бы если я беру выпуклую оболочку этих 4 точек внутри P1, они все сходятся вот так. Окей, теперь, значит, это P1. И где-то здесь у нас есть это выражение из Е. Теперь как устроено Е? Значит, мы знаем, что давайте выкалим вот эту точку, назовем ее X, выкалим X, тогда все будет несвязанное объединение дисков, открытых дисков. Весь P1 будет несвязанное объединение дисков, которое, как мы знаем, естественно параметризуется полем вычетов и один диск в бесконечности. То есть, как бы, они, естественно, параметризуются P1 над полем вычетов. Значит, теперь над почти любым диском, над открытым диском, допустим, открытый диск вокруг точки, 2, да, мы считаем, что у нас и 2 не равно лямбда. В этом открытом диске мы можем извлечь корень и из t, и из t-1, и из t-лямбда. Потому что, если это не эти три штуки. И таким образом уравнение решается, и картинка полностью расщепляется над всеми открытыми дисками, кроме 4 дисков, тот, который содержит 0, 1, лямбда и бесконечность. Это раз. Теперь ситуация, например, над открытым диском вокруг нуля, она тоже простая, потому что мы знаем, что вот этот корень можно извлечь, вот этот корень можно извлечь. Таким образом, накрытие просто устроено как накрытие диска, разветвленное в одной точке, когда извлекается корень из t. Это тоже такое двулистное накрытие открытого диска, это открытый диск. Таким образом, мы знаем, что в E есть одна хитрая точка, давайте назовем ее Z, которая приходит к X. Есть 4 диска, которые переходят сюда, 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 а все остальное, вот здесь был какой-то диск, оно расщепимо. Вот эта вот штука перейдет сюда. В частности, естественная параметризация всех этих дисков, которые получаются выкидыванием Z, устроена таким образом. Это накрытие над P1 котильда, которое разветвлено в 4 точках, то есть 4 точки имеют один прообраз, а все остальное имеет 2 прообраза. Давайте назовем эту штуку E тильда. Я просто описал это как множество, но из этого описания довольно понятно, что это на самом деле множество, которое задается уравнением y квадрате равно t на t-1 на t минус вычет лямбда. Теперь я попробую формально объяснить, как возникает кривая, вот эта вот штука. Значит, давайте для простоты ограничимся открытым диском, замкнутым диском. То есть я выкину вот эту штуку. Значит, возьмем алгебру А, это К от Т, да, и спектр А
Это открытый диск радиуса, замкнутый диск радиус 1. Окей. Теперь прообраз, это отображение, назовем его F. Прообраз от вот этого диска замкнутого, это будет спектр от K от T. И надо добавить Y и поделить по вон тому уравнению. Y в квадрате минус t, t минус 1, t минус лямбда. Да? Назовем вот эту штуку вот B. Теперь легко видеть, что в B тильда есть элемент, как бы спектральный радиус всей этой штуки равен единице, поэтому спектральный радиус Y в B тоже будет единица, и эта штука содержит элемент Y тильда, просто как бы редукция Y, и эта Y тильда удовлетворяет уравнению Y тильда в квадрате равен, ну вот, как бы редукция этого уравнения. То есть в точности T тильда на T тильда минус 1 на T тильда минус лямбда тильда, и благодаря нашему предположению вот здесь вот лямбда тильда не равен нулю и не равен единице. То есть мы в точности получили невырожденное, как бы невырожденную кубику, гладкую кубику. Окей, замечательно. Теперь это требует объяснения, но оно там, это простое вычисление. Увидеть, что в самом деле b-тильда это в точности редукция А, которую мы знаем от k-тильда от t-тильда, и еще добавить y-тильда и поделить вот по этому соотношению. Окей. Теперь эта штука — это область целостности. Область целостности. И мы знаем, что если редукция — область целостности, то одна из теорем, сформулированных про редукцию аффиноидных областей, если редукция — область целостности, то есть одна максимальная точка у спектра B. То есть вот у этой штуки есть ровно одна максимальная точка, ну и как бы очевидно отсюда, что вот, собственно, вот эта точка. Больше того, как бы если мы перейдем теперь от таких афинных моделей к, ну, как бы к полю частных, здесь, и как бы поле частных B, то отсюда легко следует, что редукция по полному полю вычетов в точке Z — это в точности поле функций на вот этой вот эллиптической кривой. То есть это в точности поле частных от B тильда. Да? Окей. Ну и это как бы дает относительно концептуальное объяснение того, почему связанные компоненты, которые мы видели вот здесь вот, выкалывая точку, они в точности параметризовались точками вот этой эллиптической кривой. Да? Теперь интересное наблюдение, что в данном случае наша кривая, она вся выглядит просто, кроме одной точки. Она вся состоит из дисков, а сложность кривой, грубо говоря, или эллиптичность кривой, рот один, ловится одной аналитической точкой. И он происходит чисто из редукции. То есть кривая с плохой редукцией, там рот сидит в топологии. Кривая с хорошей редукцией, это вот этот случай называется кривая с хорошей редукцией, во-первых, потому что есть способ при правильном выборе аффиноидных областей, есть способ получить хорошую редукцию этого уравнения. Да? Вы можете попробовать в случае кривой тета, когда абсолютное значение лямбда, допустим, меньше единицы или вот эта штука меньше единицы, нет никакого способа получить эллиптическую редукцию. Мы знаем почему. Все точки локально вложимы в P1. Все точки устроены просто. Как бы сложно глобальная структура. Здесь есть одна такая специальная точка, которая локально не вкладывается в P1. То есть эта точка, она особенная, она устроена более сложно, чем все остальные. Окей, замечательно. Теперь, когда мы видели два примера, как бы, как могут быть устроены кривые, я сформулирую общую теорию, ну, куда вот как бы это будут частные случаи.
Доказывать я, конечно, ничего не буду, но я надеюсь, что это, по крайней мере, будет выглядеть, говорят по-английски, plausible, так, естественно. Окей, значит, общая теория кривых. Гладких кривых, скажем так. Да, что такое гладкость, я скажу буквально два слова в какой-то момент позже. Но кривая является гладкой, если выполняются следующие два условия. Во-первых, я хочу, чтобы она была приведена. Это как бы означает, что она generically гладкая, она гладкая в общих точках. Кроме этого, я хочу, чтобы она была гладкая в точках типа 1. Классических точках. Гладкость в точках типа 1. Есть несколько способов это сформулировать. Самый простой, может быть, для наших целей, просто сказать, что каждая точка типа 1 содержится в маленьком диске. Да? Алгебраическое определение потребует кольца, локального кольца. Да, локальное кольцо должно быть DVR-ом регулярно. Но я не определился, такое локальное кольцо до сих пор. Да? Но как бы если есть локальное кольцо, это просто там, что есть униформизующее в локальном кольце. Локальное кольцо DVR. То есть абсолютно стандартное определение, конечно, сработает. Просто я формально я это не определил, поэтому мне проще сказать так. Но, естественно, все, что вы ожидаете, так оно и как бы в этом случае. Окей. Итого, главная структурная теорема утверждает следующую вещь. Теорема, так называемая о полустабильной редукции. Значит, теорема о полустабильной редукции говорит, что если кривая x над k, и давайте предположим пока, что k алгебраически замкнутая. Я скажу словами, что делать, если нет, но предположим, сам. Это гладкая собственная кривая. То существует множество V. Я его, может быть, буду рисовать вот так вот, каллиграфически. V. X1, Xn. Точек типа 2. То есть только точки, которые являются как бы вот вершинами, интересными вершинами, из которых бесконечно много направлений. Точки типа 2. Так что x, когда я выкину вот это множество вершин, это не связанное объединение открытых дисков и колец. Причем колец – конечное число. Окей, ну в наших случаях ситуация была такая. Здесь нам достаточно было выкинуть вот эту точку. В случае кривой тейта, когда мы склеивали два кольца, можно было выкинуть вот эту точку и вот эту точку. Но другой вариант, можно было на самом деле выкинуть одну, и тогда получалось одно кольцо и остальное диски, которые выходили вот эти. Окей. Значит, то есть как бы единственное здесь не утверждается, и, конечно, если у меня есть такое разбиение, я могу найти более тонкое разбиение на кольца и диски. То есть естественный вопрос, который можно задать, это а что с минимальностью? Если минимальное такое V, это теорема о стабильной редукции, как бы я ее сформулирую чуть-чуть позднее. Теперь два дополнения. Первое, это то, что, ну, как бы довольно естественно, мы как бы то, что утверждается, мы можем разбить кривую на очень простые куски. И как бы понятно, что вся, скажем так, комбинаторная или дискретная информация о кривой должна содержаться вот в этом разбиении. В частности, род мы должны знать, чему равен род и так далее. Значит, для рода есть формула: род от x равен сумма родов h тильда от xi, да? Род как бы это поле функции какой-то кривой над k тильда, поэтому у нее есть род, у этой кривой есть род, вот надо просуммировать все роды и добавить h1 от x. Значит, добавить первое число циклов в x. Ну, в том случае, который мы видели, в случае плохой редукции вот эта штука была единица, в случае хорошей редукции вот эта штука была единица. Окей. Что еще можно сказать?
Компоненты связности. Вот этой вот штуки, v, x без v, содержащие xi в замыкании, они в однозначном соответствии с точками кривой, с точками кривой, я ее обозначу вот так вот, кривая от h, x и t тильда. То есть это как бы поле функции на какой-то алгебраической кривой над k тильда. Возьмите эту кривую, ее точки, это в точности компоненты, которые вы видите локально из этой точки. Как бы частный случай, который мы рассматривали, это как выглядят компоненты рядом с точкой z и что происходит в случае p, как бы в случае p1. Но утверждается, что это общее поведение. Третье, что можно сказать, определим скелет. Скелет x по отношению к v. Поэтому я его обозначу дельта x и v. Как все точки, так что не существует открытый диск, открытого диска, который содержит точку x и не пересекается с v. То есть все точки v обязательно лежат в скелете. А кроме этого, ну я попробую как бы просто нарисовать, кроме этого, каждое кольцо даст мне интервал. А именно, если у меня есть несколько точек, там x1, x2, x3, есть кольца, которые их соединяют, скажем, вот так вот. Да? Ну, мы помним, каждое кольцо – это какой-то граф, как бы две точки, которые соединяют его в конце. То утверждается, что все, что получается выкидыванием вот этих центральных отрезков, это открытые диски. Как каждая такая штука – это открытый диск, правильно? И легко видеть, что внутри кольца все точки, которые находятся вот на его центральной хорде, они не лежат в открытом диске внутри кольца. Отсюда следует, что скелет, в этом случае скелет, это будет просто вот такая штука. То есть, как бы скелет, построенный по x и v, это просто v это множество вершин, а каждому кольцу соответствует ребро в графе. Значит, и утверждение, существует деформационная ретракция x на скелет. Мы просто сжимаем все открытые, как бы в дополнение к скелету все распадается в несвязанное введение открытых дисков, мы просто сядем все эти диски. Есть канонический способ, как это сделать, ну, окей, я не буду говорить, но там есть стандартная метрика на дисках, их можно так стянуть абсолютно канонически. То есть как бы более-менее очевидно, что это можно сделать, но утверждаю, что даже можно канонически. Окей. Теперь, когда мы определили скелет по отношению к V, мы можем спросить, а есть ли скелет как бы по отношению к пустому множеству вершин. А то же самое определение. Утверждается, что он существует почти всегда, кроме двух случаев. Первый случай — это P1. P1 — любая точка содержится в открытом диске. То есть он просто пустой, он неинтересный. А второй случай — это кривая Тейт. Тогда мы получаем кольцо, но без вершин. Нету канонического, то есть это не граф. Во всех остальных случаях утверждается, что существует вот такой вот скелет, как бы с естественной структурой графа, вершинами являются точки, которые не содержатся в открытых кольцах. То есть не только не содержатся в открытых дисках, не содержатся в открытых кольцах. Значит, и теорема по стабильной редукции, которая доказывается вот построением такого минимального скелета, говорит о том, что если x существует минимальный, минимальный вот такой вот набор, а если x это не p1,
и не take. И не кривая эллиптическая с плохой редукцией. Во всех остальных случаях существует минимальный скелет. Окей. Значит, ну вот это вот как бы главное утверждение про структуру кривых. Может быть, я скажу два слова вообще о разных доказательствах. Теорема относительно простая, если характеристика поля вычетов 0, и она, есть много доказательств, я не знаю, 8, может быть, сейчас 9, ни одного простого доказательства. То есть, ну, совсем простых доказательств нету. Есть доказательства алгебраические, которые строят стабильную редукцию в семействах, там используют многообразие модулей, полустабильных кривых и так далее. Есть доказательства аналитические, которые чисто аналитически решают эту задачу. Они больше похожи на разрешение особенностей. Вот эти аналитические доказательства, они очень близки к разрешению особенностей поверхностей. Ну и вообще по сложности эта теорема, она примерно как задача о разрешении особенностей поверхностей и существовании минимальных поверхностей, но они немножко проще. Вот эти задачи, они чуть-чуть проще. Ну, как бы разрешение особенностей на поверхностях характеристики P или смешанной характеристики – тяжелая задача относительно, ну и как бы это вот чуть-чуть легче. Окей. Да, поэтому, кстати, может быть, стоит сказать, первое доказательство теоремы стабильной полустабильной редукции было дано делением Мамфордом. Оно использовало разрешение особенностей на поверхностях, и на поверхностях, работал только для дискретно нормированных, и сверх этого надо было еще сделать много работы. То есть, в каком смысле, уже изначально использовали факт, который в каком смысле чуть более сложный, и как бы связь между ними тоже не... когда характеристика поля вычетов 0, связь между полустабильной редукцией и разрешением очень простая, а когда P, там тяжело перейти от одной к другой. Окей. Значит, пока это все про кривые. Если я успею нормально рассказать про формальные модели, я также скажу, как эта теорема выглядит с точки зрения формальных моделей. Как бы, но в данный момент это вот все, что я могу сказать. Окей, теперь третья часть – это общие пространства. То есть как склеить афиноидные в общие. Значит, окей, но тут есть некоторая техническая часть. Некоторая техническая часть. Ну, давайте я попробую так очень быстро ее сказать. В конце концов, ну, окей, ладно. Значит, определение. Первое – это техническое определение. Квазисеть, как бы квазинет, как это Беркович назвал, на топологическом пространстве X это набор подмножеств ВИТы подмножеств X, так что для любой точки в X существует V1, Vn, так что X содержится в них всех, и объединение всех этих друзей это окрестность нашей точки. То есть как бы мы хотим работать не с окрестностями, а с чем-то более маленьким. Но как бы вот мы хотим задавать топологию с помощью таких конечных объединений. То есть это как бы это кусочки окрестностей. Дело в том, что у нас будут пространства, у которых есть точки, в которых нет афиноидных окрестностей. Но мы все хотим склеить из афиноидов. Ну и поэтому вот там будут конечные объединения афиноидов, будут давать окрестности. Окей. Второе. Квазисеть тау называется сетью, если для любых пересечений ВИ ВЖ, для любых ВИ ВЖ, тау ограниченное на ВИ пересечение ВЖ, то есть все элементы квазисети, которые содержатся в пересечении, это тоже квазисеть, это квазисеть. Окей, грубо говоря, эта штука мне понадобится, чтобы построить атлас афиноидных областей. В атласе я хочу, чтобы в пересечении тоже было покрытие, поэтому второе условие нужно, чтобы просто получить атлас. Окей.
А, да, и может быть, если бы склейка была конечной, я бы мог сказать, что просто вот эта штука — это конечное объединение. Конечное объединение. Но могут оказаться не хаусдорфовые штуки, например, с раздвоенной точкой. И там пересечение двух компактных может быть некомпактное, и так объединение будет неконечное, поэтому это вот самое простое определение, которое можно дать. Окей. Теперь следующее определение. К-аналитическое пространство X — это топологическое, это локально хаусдорфово. Топологическое пространство с сетью тау, сетью подмножеств и отождествлениями ВИТ равно спектр какой-то афиноидной алгебры, К-афиноидной алгебры функториальным способом. Функториально. Что значит функториально? Ну, более-менее понятно. Если у меня есть VI принадлежит VG, то я хочу, чтобы вот это вот отображение было на самом деле морфизмом афиноидных пространств, то есть оно происходило из ограниченного гоморфизма между алгебрами, и, конечно, я хочу совместимость там для троек, ну, как бы функтор. Окей. Там совместно с композицией, чтобы все было хорошо. Окей. Теперь давайте только скажем аналитическое пространство X с атласом. Вот такая штука дает мне выбор атласа. Ну, примеры самые, как бы, самый тривиальный пример — это X равно M от A. Вот эта штука — это уже атлас. Там это уже, если вы посмотрите, это уже сеть, потому что там нет никаких пересечений, все работает. Другой пример: если у меня есть x равно ma1 объединение с ma2, пересечение афиноида в афиноиде — это как бы это ma. Да, это x1, это x2. То я, конечно, могу взять x, x1, x2, x1, 2. Это тоже будет атлас. Он как бы более тонкий. Ну, дальше, конечно, можно взять атлас всех афиноидов, которые там содержат, всех афиноидных областей. Это будет самый большой атлас. Теперь, естественно, я хочу отождествить афиноид с разными атласами. Значит, общая категория К-афиноидных областей, К-аналитических пространств, это категория, получается, из пространств с атласами обращением утончений или утончений, как это сказать, размельчение атласов. То есть вначале мы определяем морфизмы только между двумя пространствами с атласами. Это более-менее понятно, что, потому что мы знаем, что такое морфизм между афиноидами. Я пропускаю эти детали, это как бы это занудство просто все это выписывать. Абсолютно понятно, что это должно быть. И после этого мы обращаем все измельчения. Значит, сделать это формально, у Беркович занимает страниц 5, и как бы, ну, это очень скучно, и как бы важно только знать, что все работает. Теорема Тейта, насколько я помню, критически используется здесь, чтобы как бы доказать, что все хорошо работает. Окей. О том, что теорема Тейта о том, что если у нас есть афиноидное покрытие афиноида, то там комплекс Чеха точен. Ну или, по крайней мере, начало этого комплекса точно. Это нужно, чтобы определить, как бы, если у меня есть какая-то склейка, какой-то атлас, я хочу знать, является ли больше область афиноидом, когда она будет афиноидом. То есть я ее увижу только как склеенную из маленьких кусочков, я должен решить, она афиноид или нет. Как бы
Но опять, я не хочу идти в эти детали, как бы у нас нет, реально нет времени. Как бы это самая, самая неинтересная часть, я бы сказал. Теперь, какое еще может дать определение? Определение X пространство аналитическое называется хорошим. Да, но это замечательное название. Вообще, такие не говорящие названия, как нормальность, регулярность, они используются повсеместно, но хорошесть это, пожалуй, только здесь, как бы, я не знаю, может, это было вначале дано как временный термин, но он устоялся. Хорошее, если каждая точка имеет афиноидную окрестность. Ну, мы там увидим неотделимый пример, мы увидим довольно быстро чего-нибудь нехорошего. Для кривых, на самом деле, любое отделимое уже хорошее. А в размерности выше двух может быть и не так. Теперь, базисные факты, которые нужны, чтобы как бы начать эту теорию, состоят в том, что, во-первых, существуют расслоенные произведения. Категория аналитических пространств. И, во-вторых, если у нас есть отображение Y в X и есть точка здесь, то можно задать слой как Y умножить над X на спектр H от X. Теперь как бы здесь произведение берется не в К-аналитических, потому что, как я говорил, вот эта штука, она не К-аналитическая, она аналитическая над каким-то большим полем. Но тем не менее, вот эта штука определена, и это, естественно, будет H от X аналитическое пространство. Локально, конечно, это делается в категории афиноидных пространств. Мы знаем, что и это существует, я формулировал в прошлые разы, и как бы конструкция глобализуется. Значит, это такие совсем базисные факты. Теперь следующий факт – это как, каким образом можно строить аналитические пространства. Ну, в соответствии с тем определением, которое я дал сейчас, их можно только склеить из каких-то стандартных кусков. Да? После этого, в секции 4 мы обсудим так же, как их можно получать аналитификации, можно получать как общее число формальных схем. Это будут более интересные конструкции, они будут позже. Значит, сейчас, значит, такой факт. Допустим, что у нас есть аналитические пространства X и T. Семейство аналитических пространств – это аналитические пространства. И есть вложение вложение областей. Значит, отображение называется вложением области, если хорошо, мне придется дать это определение. Давайте я скажу. Давайте это скажу здесь. Да, это я должен был сказать раньше. Следующее определение. Допустим, что X аналитическое пространство. Тогда Y в X называется аналитическая подобласть, если существует сеть обозначимых Y на Y, и для любого I Y, он, да, X, давайте я его напишу с его сетью, у него есть какая-то своя сеть XG, Atlas. Да? По определению, если мне дано аналитическое пространство, у него есть какой-то Atlas. Так вот, если у Y есть сеть YI,
Так что yi для любого i, yi содержится в каком-то x, скажем, g от i. Этот афиноид по определению, потому что это в атласе, а это афиноидная подобласть. Окей, это первая часть определения. И вторая часть определения. Это конечное... Нет, в общем случае это конечное объединение рациональных множеств. Афиноидная подобласть, я дал общее универсальное определение на третьей лекции. Это нетривиальный факт, что это всегда конечное объединение, да, но не обязательно рационально. И теперь определение G-топология на X. Это топология всех областей. С покрытиями, там, скажем, x и равно объединение x и g такими, что для любой точки в x и существует x и 1, x и n. Так что, ну вот, условие квази-сети выполняется. X принадлежит пересечению X и G, и объединение X и G по G. Это конечное объединение, а оно окрестность. Окрестность точки в X и. Как бы по примерам с прошлой, ну, с одной из прошлых лекций, мы знаем, что нельзя рассматривать все покрытия. Уже афиноид можно покрыть афиноидами таким образом, что покрытие будет как бы не связанное, да, то есть, например, мы знаем, что диск радиуса 1 – это объединение, не связанное открытого диска радиуса 1 и кольца радиусов 1,1. Вот это вот, это область. Как бы покрытие вот этой области дисками радиуса не больше единицы, оно допустимо с этой точки зрения. А кольцо, конечно, допустимо, это афиноидная подобласть здесь. А покрытие недопустимо с нашей точки зрения, потому что рядом с этой точкой у нас нету вот такого вот семейства. У нас нету семейства, чтобы, ну, как бы, точка... Вот эта точка, она не содержится в открытом диске. А чтобы получить окрестность этой точки, я должен объединить и открытый диск, и открытое кольцо. И замкнутое кольцо. Окей. Значит, как бы вот эта вот, ну, структура G-топологии, это, грубо говоря, это та же самая вещь, которая существует в жесткой геометрии, только она немножко ослаблена, она менее четко выражена в аналитической, но она, безусловно, присутствует. И факт, который давайте сформулирую здесь. Ну, это как бы это более-менее тривиально. Соответствие как бы афиноидная подобласть, я ее сопоставляю Аита, вот это соответствие продолжается до, ну, то, что называется по определению структурный пучок, пучок икса в G-топологии. То есть как бы это пучок определенный вот по отношению к этой топологии, если мы рассмотрим более общее покрытие, он уже не будет пучком, теперь дополнительное слабое
ну, дополнительное замечание. Заметьте, что для актиноидов вот эта штука — это Банахово кольцо. Больше того, если я возьму сечение этого структурного пучка на любом компакте, там можно естественным образом определить норму. Но так как я рассматриваю здесь уже произвольные подобласти и открытые, и так далее, никакой естественной нормы нет. Это просто пучок колец. То есть никакой Банаховой структуры здесь уже нет. Окей. И как бы общее пространство, не, как бы, если мы не ограничиваемся хорошим, общее пространство — это единственный структурный пучок, который там есть. То есть, грубо говоря, в определении мы вообще использовали атласы, а потом уже постфактум можно определить пучок, и как бы он... Структура этого пучка намного слабее, чем то, что мы используем в атласах. Там он, например, не знает про нормы и так далее. Значит, на хороших пространствах жизнь чуть лучше, достаточно рассмотреть обычный пучок по отношению к открытым подобластям. И он уже содержит всю информацию. Это как бы такой факт, что с хорошими областями работать чуть легче. Это в каком смысле пучок, который похож на структурный пучок комплексной геометрии? В случае хороших. Окей. Значит, так вот, теперь допустим, что все вот эти штуки — это подобласти, и допустим, что выполняется k-цикл phi chi i, да, k равно phi jk на x i jk, тогда существует x, который склеен из всех вот этих экситок вдоль подобластей. Если в одном из двух случаев все phi от j, все вот эти вот штуки открыты. То есть если все вот эти вложения открыты, я могу склеить всегда. Второй случай, они замкнуты. Вот эти вот области, они замкнуты. И тогда нужны какие-то условия конечности. Я уже не напишу слова, я только скажу словами. Для любого i только конечное число xij не пуст. То есть можно клеить также из замкнутых подобластей, но тогда нужны условия конечности, потому что иначе я не получу вот атласы по всем этим с условиями конечности. Окей. Значит, особенно интересно, конечно, вот этот склейк. И она как бы, она более нетривиальная. И, ну, как бы пример, который я уже использовал, но я его тогда так просто сказал, не объясняя. P1 можно склеить как A1 и A1, да, то есть как бы взять A1 с координатой t, A1 с координатой t в минус 1 и склеить их вдоль проколотой афинной прямой, а можно склеить P1 из диска с координатой t и диска с координатой t в минус 1. Да, но это формальное название, это просто означает, как их надо склеивать. Можно склеить. И как бы это не просто покрытие, это формальная операция, как склеить. То есть если я дам изоморфизм пересечения, да, то есть здесь и сюда вкладывается спектр k от t, t в минус 1, то я просто формально уже по этой информации могу склеить вдоль замкнутого куска. В комплексной геометрии ничего такого невозможно. Здесь это... возможно. Значит, теперь примеры. Конечно, можно склеить и здесь можно склеить идиотским образом, можно склеить А1 и А1 с координатой Т и Т вдоль проколотой афинной прямой, мы просто раздвоим точку, да? Получим как бы стандартный пример чего-то неотделимого. В данном случае это будет неотделимо не Хаусдорфу, не Т2. А что будет здесь, если я склею то же самое, если я склею вот, вот таким вот образом? Если я склею два диска вдоль кольца, вдоль замкнутого кольца, я получу как бы, я получу нечто типа диска, но вот вместо открытого диска я его раздвою. Получится что-то с раздвоенным открытым диском. Эта штука будет Хаусдорфова, но она будет локально плохо устроена в максимальной точке. В максимальной точке не будет афиноидной окрестности. То есть я получу что-то, что локально неотделимо. Не локально отделимо. Локально неотделимо. Значит, вот неотделимость бывает двух типов. Это топологическая и как бы локально, то есть то, что происходит из редукции, это тот же самый принцип, который мы все время видели. У вас часть информации содержится в топологии, часть информации видна в редукции. Часть происходит из поля вычисления. Часть видна над полем вычисления.
Как бы это еще одна ситуация, когда это проявляется. Окей. Теперь свойства морфизмов. Классы морфизмов. Значит, ну, я, опять же, моя цель просто сказать, что будет легко, а что нет. Что работает просто как в обычном случае, а вот где надо подкрутить. Значит, конечные замкнутые вложения. Все работает как обычно. То есть просто обычное определение, у вас есть там, допустим, атлас, афиноидный прообраз над атласом, это тоже как бы афиноиды, отображение конечное. Там, если вера для одного атласа, вера для всех. Значит, это просто отделимые. Ну, опять, надо проверить замкнутость диагонали, как только есть замкнутость, надо проверить замкнутость диагонали, как бы тоже все работает. Нет проблем. Следующее, это, и здесь, окей, давайте я скажу, гладкость. Окей, почти как обычно, то есть, как там, используются пучки дифференциалов x над y, то есть пучки вот это вот ox g над oyg. Единственное, что я бы поставил здесь пополнение. Беркович не пишет, но в целом мы работаем с полными дифференциалами. Это значит, что на афиноидном уровне мы берем пополненные дифференциалы b над a. То есть, как бы вы можете это определить несколькими способами. А так же, как обычный дифференциал, можно определить там универсальным свойством, можно еще как-то. Вот аналогично универсальное свойство в категории банаховых модулей даст вам пополнить. А можете просто взять келлеровые, некоторым естественным образом продолжить туда норму и просто пополнить. То есть есть несколько вариантов, как эту штуку можно определить, но опять, так как у нас коммутативная алгебра базисная, она с банаховыми объектами, то и сути будут банаховы. В остальном все работает, определение глобализуется, получается вот как бы все обычные свойства. Единственное, что здесь разница между определением в жесткой геометрии и в аналитической, Беркович также требует, чтобы у гладких морфизмов не было границ. Я немедленно сейчас перехожу к определению, что такое граница, но есть еще одно дополнительное условие, чтобы не было границ. И тогда есть как бы понятие гладкий или квазигладкий. Квазигладкий, у них может быть граница. Вот, квазигладкость определяется этим условием, ну еще иногда он. Реально сложности возникают с определением собственности. Собственное отображение из y в x. И как бы... ну давайте я... И, собственно, это тема, которую я проскочил с афиноидами, там я спешил начать кривые, нам сейчас придется немножко вернуться к афиноидам на чуть-чуть. И, собственно, рассказать, что такое граница. Перед тем, как я определю собственный морфизм, мне надо будет определить, что такое граница. Значит, окей, определение. Допустим, что у меня есть отображение из МБ, назовем его Y, в МА, назовем его X. Эти два друга К-афиноидны. А еще есть МЦ, это просто банаховый спектр какой-то банаховой штуки. Но не обязательно К-афиноидный. И есть отображение из МЦ сюда. Как бы это все спектры, то есть морфизмы заданы гоморфизмами, ограниченными из А в Б, из Б в С, из А в С. Окей, тогда мы говорим, что вот этот вот гоморфизм, φ, он, как перевести, внутренний, inner, внутренний как-то это очень плохо звучит, нет? А? Внутренний, нормально, ну хорошо. φ внутренний по отношению к x,
Это относительное свойство φ по отношению к x, если... Так, ну здесь мне понадобится новая доска. Значит, если выполняется следующее условие. Существует допустимый селективный гомоморфизм из А, R минус 1, Т на B. Так что спектральная норма в С от φ, давайте назовем его ψ. От пси от пиитых меньше, чем ри. Это как бы ужасное в такой записи, но я объясню геометрический смысл того, что происходит. С собой у нас есть база x, над которой мы работаем. У нас есть какое-то y, которое отображается в x. Значит, y афиноидный, мы его можем реализовать как вложенный в поле диск, правильно? Мы, собственно, все афиноиды построили как замкнутое пространство поле диски. В данном случае, конечно, мы хотим взять поле диск над... то есть y вложен в поле диск над x радиуса r. Да? Поле диск там r1, rn. Да, ну я написал r и t, но имеется в виду, конечно, r это r1, rn, поле диск радиуса n, а t это t1, tn. Да? Окей. Значит, имеется вот такая вот штука, вот, вот так вот. Теперь имеется отображение из z в y. То есть вот, скажем, вот у нас есть какой-то вот такой z, и мы его отображаем в y. Вот я хочу, чтобы он приземлился на каком-то расстоянии от границы поля диска. Я хочу, чтобы он весь попал во внутреннюю часть y по отношению к x. Это геометрический смысл вот этого определения. Как бы просто один в один. То есть мы интуитивно представляем себе вот эту штуку, как вложение b в диск над a, и мы хотим, чтобы морфизм c пропускался через меньший диск. Окей. Мокро. Значит, теперь следующее определение. Мы говорим, что внутренность y по отношению к x это все такие точки в y. Так что как бы отображение из y в y, оно внутреннее. Да, вот это просто спектр h от y, как бы это спектр какого-то банахового кольца, не афиноидного над k, как бы банахова. И я хочу, чтобы вот это отображение было внутренним. То есть как бы мы хотим, ну вот по отношению к вот этому вот гомоморфизму внутренним являются все точки, кроме вот этой границы. Но для другой реализации, может быть, окажется, что внутренних точек больше. То есть я хочу просто, чтобы была хоть одна реализация, которая... Окей. Значит, теперь... Это афиноидное определение? Да, ну как бы у меня нет времени давать примеры здесь. Я могу только сказать словами, что если мы рассмотрим, допустим, диск, ну вообще одномерное что-то, рассмотрим что-то одномерное, то внутренние точки — это все точки, кроме границы Шилова. В многомерной ситуации там граница, она больше. То есть да, ну и может быть я скажу, что граница y по отношению к x это y без внутренности. Как бы вот эта штука называется границей. Вот в одномерной ситуации граница и шиловская граница просто одно и то же. В многомерной ситуации нет. Есть очень простой критерий в афиноидной ситуации, какие точки находятся во внутренности. Это сделано в заметках. Там как бы есть очень информативное упражнение. Это изучить ситуацию, когда двумерный диск отображается, проецируется в одномерный. Какие точки внутренние, какие точки на абсолютной границе, какие на относительной и так далее. Там интересная ситуация. Не то, что можно ожидать так...
Окей, значит, теперь общее определение для любого морфизма. Это любой морфизм. Тогда мы говорим так. Внутренность y по отношению к x это такие точки в y. Так что для любого гомоморфизма из ma в x, назовем эту штуку x0, для любого гомоморфизма из афиноида в x существует афиноид y0 в y умножить на x0 над x. Существует афиноид здесь. И давайте я, может быть, скажу так. Для любого y и для любой точки y0, которая отображается в y и содержится для любой этой штуки, для любой точки y0, которая содержится в x на y на x0 над x. Для любой точки y0, которая отображается в y, существует окрестность y0 в y на x0 на x. Так что это как бы это важно, не просто область, существует окрестность, так что y0 принадлежит внутренности y0 над x0. Что-то довольно громоздкое, и как бы я сожалею, но проще сказать нельзя. Я только могу, не пытайтесь так все эти любого дельта и так далее. Как факт, я скажу, почему, попробую сказать, почему жизнь здесь устроена относительно сложно. Это так, дельта yx. Это опять же это y без внутренности. Окей, теперь определение. F называется собственным, если граница yx пустая и F компактен. То есть прообраз компакта компакт. Теперь заметьте, у меня есть два условия. Есть топологическое условие, и есть какое-то условие, которое на самом деле, я это не объяснял, но оно тесно связано с редукциями. Оно тесно связано с редукциями. То есть здесь тоже есть вот это вот как бы определение состоит из двух частей. Топологическая составляющая есть что-то, чего нет на C. Вот эта вот часть, это как бы вот эта граница, это чисто фичер, свойство неархимедовой геометрии. Теперь теорема, базисные свойства собственности. Теорема говорит, что композиция, собственность локально по базе. Сохраняется при композициях и сохраняется при замене базы. Окей. Значит, в определении, которое я дал, и которое, собственно, следует тому же делу Беркович, это легко, а это очень сложно. Значит, было изначально, в жесткой геометрии было определение, которое дал Киль. И килевское определение вместо того, чтобы нарисовать для любого
оно говорило более-менее существует. То есть оно говорило, что у нас существует хоть какое-то афиноидное покрытие X, так что и дальше вот все эти свойства. С килевским определением ситуация была другая. Оно дано так, что оно локально по базе. Легко видеть вот это. И они не умели доказывать, что композиция собственных морфизмов собственно. Дальше вы можете вот подкрутить определение, выбрав, какое свойство вы хотите иметь, но иметь все сразу, там, это верно, и это очень сложная теорема. В жесткой геометрии она была доказана только, когда база — это дискретно нормированное поле. Я нашел доказательство в общем случае потом, но это сложная вещь. Удивительно сложная вещь. То есть, там не очень понятно, почему. Отчасти, возможно, это объясняет, что по-простому определить не получится. Да, есть третье свойство, которое, может быть, скажу сейчас, хотя пока я не говорил про формальные модели. Это также эквивалентно тому, что формальная модель — это собственный морфизм. То есть вот эти два определения, кировское или вот это, они эквивалентные. Вот доказать их эквивалентность очень сложно. Если мы докажем эквивалентность, мы будем знать, что выполняются все три. И третье свойство эквивалентное им — это то, что есть собственная формальная модель. Если взять третье определение, то все свойства будут просты, но будет тяжело, про некоторые морфизмы будет... будут другие проблемы. Ладно. Теперь теорема Киля. Это то, что старше, если F, собственно, то старшие прямые образы когерентных пучков когерентны. Замечательная ситуация. То есть мы даем определение, мы можем доказать совершенно нетривиальную теорему. Просто как это делать в комплексном случае, мы не можем доказать, что наше определение выполняет какие-то совершенно базисные вещи. Это важная теорема, безусловно, и там одно применение мы, возможно, вскоре обсудим. Таки было просто он взял классическое доказательство из комплексного анализа там, с компактными операторами и перенес его в нейрохимию. В каком смысле его определение было мотивировано вот этим вот идеей, что надо как-то перенести доказательства. Аналитическое доказательство. Килевское определение довольно легко означает, что у нас есть такое покрытие X, а над X-итами у нас есть покрытие прообразов, состоящих из Y и G, и Y' и G, так что Y' и G во внутренности Y и G. Такой ситуации гоморфизм из алгебры функции здесь. В алгебру функции здесь он компактен. Дальше пишется чек двумя способами, используя вот это, получается компактный оператор, и оттуда там следующий у него конечный, у комплекса конечный когмология. Это так на одной ноге, как говорится. Теперь топология. Я так скажу уже. Давайте запишу один факт. Это, собственно, базисный факт, еще доказанный Берковичем, который показывает, что топология у нас очень симпатичная. Если X связан, то он... линейно связан, да? Pairwise связан. То он линейно связан. То есть топология, она близка к тому, с чем мы привыкли работать. Это там не Зарисково, не что-нибудь такое. Теперь, кроме этого, Беркович сконструировал деформационный ретракт разных пространств на аналоги скелетов. Я вам показал, как устроен скелет в одномерной ситуации. В многомерной нету канонических, но в некоторых ситуациях можно указать какие-то такие симплициальные комплексы, на которые это стягивается, относительно разумно-политопные какие-то штуки, на которые это стягивается. В частности, он построил ретракт из GM в степени N,
аналитическое, да? На r больше нуля в степени. Случай, который мы знаем, одномерный, когда у нас есть вот выколоты ноль бесконечности, как бы есть вот эта штука, то все стягивается на скелет. Но утверждают, что есть каноническая формула, и как бы она обобщается и в многомерный случай, хотя нарисовать там ничего нельзя, но стягивание работает. Идея стягивания очень простая. Мы рассматриваем мультипликативную группу, которая действует на всем, что здесь происходит. У нее есть куча подгрупп, любые полидиски маленького радиуса вокруг единицы — это подгрупп. И мы начинаем увеличивать вот размер этих полидисков, смотрим на орбиты, оказывается, что эти орбиты устроены так, что у них у всех есть максимальная точка. И как бы xt отображается в максимальную точку вот этой вот подгруппы как бы gt умножить на x. То есть мы, точка стягивается по орбитам, как бы мы усредняем по действию все больших и больших подгрупп. А? Это каноническое, и как бы это вот, например, как сконструировать здесь каноническим образом. И больше того, это работает также для некоторых других групп, это записано у Берковича. Но это очень специальный случай, но оказывается, что как бы это, грубо говоря, торический случай, но торический может перевести к тороидальному. То есть если у нас локально и тально все так, то может перевести к тороидальному, и отсюда Беркович уже построил ретракции, там, если есть полустабильная редукция и так далее. То есть теория была дальше обобщена, но где-то он заткнулся. То есть там максимум, который он мог получить этими свойствами, доказать, что гладкое пространство локально стягиваемо. Это уже была там статья в Инвенционе, страниц 80, как бы, то есть, ну, это было уже очень тяжело. Недавно это, может, напечатан уже, может, в процессе еще, Лазер и Хрущевский смогли доказать, что намного более общее пространство, с очень сложными, с особенностями, может быть, пространство, которое аналитические области в квазипроективных пространствах, что они стягиваемы на какие-то ретракты конечного типа, политопы конечного типа, полиэдральный комплекс конечного типа. Как бы это ну вот последнее слово техники, скажем так. Их доказательства истории используют теорию моделей, между прочим, то есть оно совершенно на другом языке. Должно быть доказательство вот также и на этом языке, но как пока это, вот теория модели пока здесь опередил. Окей. Теперь последняя тема. Да, еще 20 минут. Окей, значит, 10 минут на аналитификацию, 10 на формальную модель. Это другие категории. Ну или другие подходы, давайте скажем так. Окей. Первое, аналитификация. Значит, существует функтор из многообразия на К в К-аналитические пространства, называемое аналитификацией. X переходит в X-аналитик. Строится он таким образом. Значит, если у меня есть спектр К от Т по F. Я извиняюсь, я не буду писать здесь Т1, Тн, F1, Fm. Это все как бы имеется в виду, что это вот я буду подчеркивать. Как бы просто нет времени. А вот эта вот штука должна перейти в следующую штуку. Если нет F, то есть если афинное пространство, конечно, аналитификация должно быть афинное пространство. А если это как бы локус, где F1, Fn равно нулю, то мы хотим взять афинное пространство, аналитическое, над К, и добавить условие F равно нулю. То есть взять аналитическое подпространство здесь, F равно нулю. Значит, конечно, надо доказать, что вот этот вот, вот этот функтор, который из афинного строит что-то там аналитическое, что он, ну, что это как бы не зависит от представления, например. Но это очень просто, и как бы если я возьму большее число образующих, то я вложу в большее афинное пространство, и как бы легко видеть, что это будет совместимо. То есть как бы это тривиальная проверка, что это работает. Кроме того, вот эта вот конструкция, которая поначалу определена в афинной ситуации,
назовем это нолитификацией. Да, и, кстати, мы, конечно, в начале курса мы вот проделали эту штуку для Афины прямой. Да, мы как бы построили Афину прямой, это был частный случай такой нолитификации. Значит, эта штука переводит открытые вложения в открытые вложения. И, следовательно, глобализуется. До функтора из x в x аналитическое уже на всех многообразиях. И... Окей. Значит, теперь парочку фактов. Ну, общий факт. Ну, или давайте такой. Любая гладкая гладкая, кстати, не важно, но для простоты. Гладкая собственная кривая алгебризуется над К. Над К. В аналитическом смысле гладкая собственная аналитическая кривая. Аналитическая кривая алгебризуема. Да, теорема, которая известна в комплексной ситуации, утверждается, что она работает здесь, и доказательство то же самое. Если у нас есть теорема Киля. А именно, когда у нас есть любая собственная кривая, скажем, x над k, как бы идея такая, что h1 по x, оно меньше бесконечности, это киль. Как только у нас есть это, мы можем доказать, что, следовательно, h1 по x, подкрученный n раз на какую-то точку p, h0 не равен нулю. Как бы, потому что ну, препятствия к нахождению какой-то функции всегда лежат в h1. Если мы там начинаем подкручивать на точку несколько раз, и как бы мы не можем найти функцию, это означает, что h1 падает каждый раз при этой подкрутке. Если это было меньше бесконечности, то мы найдем функцию. Как только мы нашли мероморфную функцию, то есть функцию, у которой есть полюс конечного порядка, и она определена везде еще, мероморфную функцию, мы получаем отображение из x p1. Ну, это уже более-менее достаточно для алгебризации, но если вам лень остановиться здесь, вы можете найти еще пару функций и с их помощью уже просто вложить в P1 степени n. То есть обычное комплексное доказательство работает. Значит, теперь, что еще можно сказать? Ну, я просто напишу. Вот более-менее все, что есть в гайде, и там переносится в эту ситуацию. Как бы я уже не буду давать деталей, но там когмология когерентных пучков на собственных пространствах, на собственных схемах и так далее, вот это все переносится. Окей, хорошо. Теперь давайте следующая тема, это формальная схема. Теперь автоматически я всегда буду иметь в виду конечного типа над К0. То есть это значит локально, но они квазикомпактные. Кроме того, локально это формальный спектр от К0 сходящей среды от нескольких переменных по модулю какого-то идеала. Конечно, прочтем. Окей. Значит, теперь такой вот x. Давайте обозначим это x. Я могу ему сопоставить нечто, что я назову общим слоем. Общий слой. Теперь смотрите, если у меня есть просто схема, обычная схема, конечно, типа над К0. У нее есть общий слой. Я могу перейти от К0 к К, просто тензор над К0 к, обратить какую-то униформизую, ну, какой-то элемент абсолютного значения меньше единиц, и я получу как бы общий слой. Для формальной схемы этого сделать нельзя. Почему? Потому что как бы любой элемент здесь он топологически нилипотентен. Если я в схеме обращу нилипотентный элемент, я убью схему. Если я в формальной схеме обращу топологически нилипотентный элемент, я опять же я убью схему. То есть формальная локализация в топологическом нилипотенте тоже дает ноль. Но можно обратить как бы не в формальном смысле, то есть не пополнять. И тогда то, что получится, это просто будет это ряды от t по модулю f.
То есть это в точности аффиноидная алгебра. С аффиноидной алгеброй мы знаем, что сделать, формального спектра у нее нет и не надо, но можно взять обычный вот аналитический спектр. Как бы это естественная конструкция на аффинном уровне, как бы по аффин схеме я строю что-то аналитическое. Окей, замечательно. Теперь вопрос, глобализуется ли эта конструкция? Ну, для этого надо проверить, что происходит, если мы берем там локализацию, формальную локализацию здесь, к чему она будет соответствовать? Она будет соответствовать взятию там подобластей. Да, то есть, как бы если y в x, это там формальный спектр чего-то, это формальный спектр чего-то, ну, скажем, формальный спектр A, а это локализация, формальная локализация f, то отсюда следует, что y это равно x это от f минус 1. Формальная локализация уже с радиусом единиц. Но я не пишу, но это как бы с радиусом единиц. То есть это как бы это значит, что эта штука в x это область, рациональная подобласть. Следовательно, конструкция глобализуется. Следовательно, эта штука глобализуется. То есть я могу склеить. Здесь что я использую? В данном случае я использую, что я могу склеить аналитическое пространство и вдоль замкнутых подобластей, не открытых, а замкнутых. То есть помните, я сформулировал два свойства, как можно клеить. Можно вдоль открытых, это используется в аналитификации, а можно вдоль замкнутых, это используется здесь. Глобализуется, и мы получаем функтор из формальных К0 схем в строго К аналитические пространства. Это, ну, из-за некоторого дефицита времени я полностью игнорировал вопрос строго-не строго, но как бы я только рассматривал общие, но здесь везде будут радиусы сходимости равные единице вот из-за вот этих определений, поэтому мы получим только строгие и, кроме того, еще компактные. И компактные, скажем. Теперь, есть ли какая-то избыточность у этого функтора, то есть как бы понятно, что когда мы аналитифицируем, мы не теряем информацию. Мы теряем ли мы информацию здесь? Если так подумать, интуитивно, конечно, мы теряем, потому что мы берем только общий слой, да? Там бывают разные схемы, у которых один над К0, у которых один тот же общий слой. Самый простой пример того, что можно сделать, это можно взять как бы схему над К0. Ну вот, допустим, у нас есть спектр К0. Он состоит из двух точек, общая точка и замкнутая, да? Это S. Если вот у нас есть какая-то схема, то я могу сделать что угодно с замкнутым слоем, например, раздуть где-то в замкнутом слое, и, безусловно, я ничего не изменю самой схемы. То есть раздуть здесь, безусловно, не должно поменять. Это требует небольшого доказательства, но несложно видеть, что если я сделаю раздутие формальной схемы, то все равно в замкнутом слое, то есть открытый идеал раздую, не какой-то открытый идеал, то общий слой не поменяется. Значит, утверждение. Если x' в x это раздутие замкнутого слоя, в замкнутого, ну, открытого идеала, скажем так. То x' это равен x это. Ну, давайте я дам один пример. Очень быстрый. Мы можем взять аффинную прямую над К0, это просто формальный спектр К0 от Т. И дальше мы можем вот это вот x, мы можем рассмотреть x', это будет равен blow up, раздутие x в идеале порожденном Т и π, когда π какой-то элемент в абсолютном значении меньше единицы. Мы можем раздуть такую штуку, она будет склеена из двух частей, это будет спектр К0 от t делить на π, и это будет спектр от k0t и π делить на t. Ну, такая же формула, как работает в обычном раздутии, как бы, вдоль идеала с двух элементов, как бы это вот будет объединение вот этого и этого. Теперь общий слой вот этой штуки, это просто диск радиус 1,
Общий слой этой штуки – это диск радиуса абсолютное значение π. Да, то есть то, что задано условием абсолютное значение t меньше или равно абсолютному значению π. А то, что дано здесь – это кольцо радиусов 1 и абсолютное значение π. То есть как бы общий слой, который я получу здесь, это будет… Это будет диск, равен диску радиуса π, абсолютное значение π, и объединение с кольцом абсолютно, от абсолютного значения π до единицы. Да? Это под область, если это x. Это x, это абсолютное значение t меньше, чем абсолютное значение π, меньше равно. А это x от абсолютное значение t больше или равно, чем абсолютное значение π. Я просто получил более тонкий атлас. Чарты блоу-апа, карты блоу-апа на общем слое просто дали мне более тонкий атлас того же самого. Окей. Значит, вот есть такое утверждение. И теперь теорема Рено говорит о том, что если я профакторизую вот эту штуку по блоу-апом, по раздутиям, формальным открытых идеалов, то здесь получится эквивалентность. То есть категория компактных строго аналитических пространств просто эквивалентна категории формальных схем по модулю вот таких не очень сложных операций. По модулю некоторых проективных преобразований, которые меняют только замкнутый слой, но оставляют как бы общий слой. Теорема не тривиальная. Как многие теоремы про эквивалентность категории, там проще всего доказать, что Хунтер faithful, а? Точный. Вначале точный, потом вы доказываете, что он строгий, потом вы уже доказываете, что он существенно сюрективен. Сюрективность – это отчасти самая интересная часть, потому что она означает, что у любого пространства здесь существует формальная модель. Как я объяснял, совершенно, скажем так. Если афиноидно, то мы знаем, что есть формальная модель, а в общем случае это очень непросто построить. Как бы в частности утверждает, что всегда есть формальная модель, и благодаря этой теореме можно рассматривать аналитическую геометрию, по крайней мере, строгих пространств, как формальную геометрию, как бирациональную формальную геометрию, то есть формальная геометрия по модулю вот каких-то бирациональных преобразований, по модулю преобразований, которые сохраняют общество. Значит, очень хорошо. Теперь и как бы вот этот подход, это один из подходов к аналитической геометрии или к жесткой геометрии, он был еще придуман в эпоху жесткой геометрии, подход через формальные схемы. Теперь преимущество этого подхода в том, что для формальных схем есть куча теорем Гроттендика, развито очень много всего, и можно использовать глубокие методы алгебраической геометрии. Недостаток состоит в том, что вот эта штука обычно, кроме дискретно-нормированных случаев, вот эта штука обычно не Нетерова, и не все эти методы развиты в Нетеровом случае. Несмотря на то, что их развивал Гроттендик. Там с когмологиями есть проблемы, еще чего-то. То есть, например, исследование собственных морфизмов Людке Боммертом, он не мог рассмотреть ни дискретно нормированный случай из-за того, что вот ему надо было что-то для Нетеровых формальных моделей. Это было через формальные модели, но ему надо было что-то с Нетеровостью. Окей. Теперь последнее, может быть, тема. Давайте также, у нас есть вот для каждого, рассмотрим x, это формальная схема, над k0, да, и рассмотрим x иты, это все вот такие вот раздутия. Да, все раздутия открытых идеалов. Тогда можно также попробовать сделать объект, который знает про все эти раздутия сразу. Можно рассмотреть предел обратный всех вот этих вот x и просто топологически. Можно я кольцо, но это сложнее. Возьмем просто вот так вот.
утверждается, что то, что получится, это общий слой в адической геометрии. Я вот скажу два слова теперь про как бы это адическое пространство Хубера. Здесь и как бы ее точки — это полунормирование, ограниченные полунормирования, но не вещественные. Они могут быть также высоты любой высоты. Здесь сидит пространство Беркович, которое то же самое на высоте 1, а здесь сидит жесткое пространство, классическое, которое состоит из k алгебрического замыкания точек. То есть точки, которые определены только на отконечном расширении. Это как бы вот классические точки, аналитическая, адическая. И можно еще добавить к этой картинке, что кроме этого еще есть отображение наоборот из адического в аналитическое, некоторая ретракция, и аналитическое пространство — это максимальный Хаусдорфов фактор адического. То есть оно как бы... Это довольно большой кусок здесь, и на самом деле оказывается, что у любой точки отсюда есть единственное генеризация, которая лежит здесь. То есть точки высоты 1 — это как бы в каком смысле общие точки, а все остальные генеризуются ровно к одной точке. И поэтому вот этот как бы... Если мы просто заменим, рассмотрим замыкание точек, то есть только вот такие точки, у которых нет дальнейшей генеризации, общей точки, то мы в точности получим вот эту штуку. Вот. Значит, так вот, подход Хубера... Он говорит примерно, как мы начали строить, что если у нас есть x, допустим, равно формальный спектр A, то мы бы хотели определить спектр, какой-то спектр от A тензор K над K0. Да? Как бы вот это вот... А определён над каналом. А над каналом. Как я объяснял, есть несколько вариантов, как его определить. Хубер предложил свой, но его метод работает в следующей ситуации. Как бы, то есть идейно он не для банахевых колец, а для колец следующего вида. Кольца B, так что их топология задается каким-то открытым подкольцом, это открытое подкольцо здесь, а его топология адическая. То есть его топология, в свою очередь, задается идеалом. В этом идеале обычно какой-то элемент будет обращен в B, не обязательно, но может быть обращен в B, и в такой ситуации на B нет адической топологии. Топология B задается с помощью подкольца, а кольцо открыто, а уже в кольце идеал. На самом деле, даже на самом K топология задается именно таким образом. На самом K-поле топология там не адическая. Она задается с помощью открытого подкольца K0, а на K0 адическая топология. Значит, это как бы обобщение вот такой штуки, то есть в... обычной формальной геометрии рассматривают только адические кольца, поэтому нельзя определить спектр вот этой штуки. Формальная локализация B0 даст нам 0, если мы попробуем обратить какой-то элемент P. Хубер как бы развил теорию спектра вот таких пар. B, B0. И оказывается, что... Ну, это не так понятно, как определить спектр. Оказывается, что правильное определение вот для такого класса это ограниченный... полунормирование любой высоты. В частности, в его теории просто это строгое утверждение, что можно рассмотреть хуберовский спектр B с B0, и он вкладывается в хуберовский спектр B0 с B0, то есть в данном случае
сама эта штука со своей топологией. Вот это просто формальная схема, а вот эта штука – это ее общий слой. Одичество. Как бы, ну, это как бы, это не совсем формальная схема, это как бы хуберовское обобщение формальной схемы. То есть в хуберовской теории просто как бы, ну, он расширяет, он рассматривает больший спектр, который содержит также общий слой, и как бы там можно рассмотреть вот такую локализацию. Окей, значит, я думаю, что я должен остановиться здесь, как раз время. Ну, спасибо за внимание.